возможность послушать вживую Валерия Меладзе, Егора Крида и других известных исполнителей. Билет на «Звездный вечер» — этот поистине волшебный браслет. Проголосовал? Получил браслет. Отдал свой голос. Здесь же можно будет закупиться продуктами. Около 450 участков развернутся в сельхозярмарке. Кстати, любой обладатель браслета сможет выиграть айфон, айпад и даже гироскутер. На избирательных участках пройдет фотомарафон «Айда на выборы». Спасибо. Еще одно волшебство браслета 18 марта – это бесплатный проезд на общественном транспорте. Не за красивые глаза, а за красочный аксессуар можно будет доехать до любой точки города. В день проведения выборов президента Российской Федерации было принято дополнительно организовать 56 автобусов из отдаленных поселков для того, чтобы они с удобством могли доехать до своих избирательных участков. После выбора на выбор в разных районах и городах республики бонусы. В Буинске, например, браслет даст 50% скидку в общественную баню. Такую же скидку, но уже в драматический театр получат альметьевцы. Бесплатно концерт. Радик Ильякшин выступит. И также планируется выступление московской артистки, певицы Нюши. И также, если погодные условия позволят, праздничный салют. В Казани для активных избирателей двери распахнут музеи, а в 162 школах фотовыставка «Моя Россия» с уникальными кадрами Камчатской бухты, горы Ай-Петри в Крыму и Малинового озера. Будет интересно учитываться всех жителей Казани. И помимо самого концерта, это будут активности, фудкорты. У браслета еще не одна суперспособность. Оценить все его возможности можно только 18 марта. Завершится же выбранный уикенд праздничным салютом. Салават Мухаммадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.